Друзья, всем привет! Меня зовут Екатерина Вахрушева, мастер перманентного макияжа с опытом более 7 лет. Это видео я вам сняла для того, чтобы немного прокомментировать свою работу, которую сейчас покажу, несколько работ. Значит, первая работа, просто я иногда читаю такие комментарии, что «Ой, что за форма, зачем сделали такую форму?» и так далее, что-то резко. Объясняю. Прежде чем делать свою работу, а именно микроблейдинг бровей, я всегда с клиентом обсуждаю форму. И пока мы не утвердим окончательно эту форму, мы не приступим. Поэтому все работы, которые видите до-после, это работы со 100% утверждением клиента этой работы. Поэтому вы можете смотреть на качество работы, но форму рисую я с утверждением клиента. Так что спасибо. А еще это видео о том, чем отличается пудровое напыление бровей от микроблейдинга. В первом видео будет у нас микроблейдинг, а во втором и в третьем пудра. И вы посмотрите, в чем разница, как это смотрится прям наглядно. Это не очень долгое видео, надеюсь, не задержу вас сильно, и все-таки оно будет полезно для вас. Так, вот это была работа другого мастера, где-то месяц-полтора назад, как вы видите, пигмента почти не осталось, буквально в этой части есть, видите, внизу, здесь сохранилось чего-то, но у основания цвета вообще нет, и сейчас мы будем заново его загонять и подправлять форму. У клиента мы нарисовали такую форму. Обычно я здесь уголочки немножечко закругляю, но тут, как говорится, как клиент хочет, так мы делаем. Вот. И внутри этого всего будет не полное заполнение, это будет микроблейдинг, то есть волосковый тип. Так, сейчас покажу вам результат, который получился. Видео снимаю. Угу. Так, это у нас окончательный результат. Вот вы видите прорисованные волосочки. Здесь у нас родинка была, мы ее обходили. Вот, в общем-то, вот этот цвет будет менее яркий, раза в два тускнее, но может в полтора. Но волосочки вот эти должны остаться, может быть, будут какие-то пробелы, тогда нужна будет коррекция, но пробелы, если будут, то небольшие, это точно. Так, это у нас до. Сейчас мы будем делать пудровые бровки и менять форму. Если видите, здесь форма своих бровей опущена. Мы будем ее поднимать, ущипывать свои и делать легкое напыление по всем бровям. Go
надеюсь, в этом видео вы наглядно смогли увидеть отличия пудровых бровей от микроблейдинга. Буду рада, если вы поставите этому видео лайк, подпишитесь на мой канал, поставите колокольчик, чтобы быть в курсе разных новинок, того, что я делаю. Ну и вообще буду давать какие-то советы на своем канале. Всем спасибо, пока! Yeah.